Так, еще одна тема. Помните, я публиковал фотографию, вот эту вот фотографию машины с номерами охраны. Эта машина была сфотографирована в Грозном на трассе, на Хангальской трассе. После того, как я опубликовал вот эту фотографию, в Чечне задержали парня. Его обвинили в том, что он якобы мне прислал эту фотографию. Я не знаю, присылал ли он эту фотографию или нет. Но его в этом обвинили, его задержали, забрали в тот самый спецполк имени Ахмата Кадырова, который сейчас успешно борется с курицами. Значит, туда его забрали, его избили, его запытали, его заставили снять видео, оговорить меня, чтобы он меня там ругал. И после этого он и так был инвалид, у него не было нормального зрения. После этих событий у него вообще пропало зрение. И дальнейшая судьба этого парня мне даже неизвестна. Я не знаю на данный момент, здоров ли он, жив и здоров ли он. Так вот, эта история вдруг внезапно сегодня заимела продолжение. Хозяин этой машины, ну, живет в Австрии, чеченский беженец, оказывается, он живет в Австрии. И сегодня он, значит, распространил вот такой вот видеоролик. Салам алейкум. Это Машия Байновая. Вот я Ахмат, номер сейчас Ахмат один. Это Чурупшли тот лайк, самый но автомобиль, на вот этот автомобиль, который на сиштяха. фотографии. 21 без калячер. Хорошо, Машия. Сапуна, галока, так очили лошь. Шай борщ вала. Шай уна вала. Что связи вала? Вот это хешли ело цели ело сохожу вор. Имел борщ у сохожу вор. Вот что шай Он уна же вала. его Что связи автомобиль по вала? царапали. Со номер 0676 69 39 439 он. Связи вала, а борщ вала. В общем, он говорит на этом видео, что якобы кто-то пробил ему колеса, спустил колеса, поцарапал его автомобиль. Ну, таким образом человек выразил свой протест ему, значит, навредил ему. И вот он, значит, говорит, что если он мужчина, тот, кто это сделал, то пусть он с ним свяжется, он называет свой номер, пусть он с ним свяжется, мол, мол, докажу, что он не мужчина, что он не достоин того, чтобы я, говорит, мы, говорит, посмотрим после встречи со мной, будет ли он далее носить штаны, да, типа как будет, останется ли он мужчиной после встречи со мной, говорит этот человек. Я хочу сказать его там каким-то ближайшим родственникам, которые живут там с ним, из-за него типа заступаются, к любому, кто согласен с этим человеком, кто готов за этого человека там что-то говорить и впрягаться за него. Я хочу вот всем вам сказать. Тот человек, кто пробил эти колеса и поцарапал твою машину, наверное, в соответствии с законами Австрии, скорее всего, он поступил противозаконно, я так думаю, противоправно. Навряд ли это можно делать по закону Австрии. Но таким образом он выразил свой протест. Видимо, вот он проходил мимо этого автомобиля. Человек, очень сильно пострадавший от этого пути Ахмата Кадырова, предательского пути, от их преступных действий. Пострадавший, человек, которого запытали, у которого очень серьезный зуб на них. Он, наверное, проходил мимо твоего автомобиля, увидел этот номер, Ахмат, и, возможно, не сдержался. Возможно, он в этот момент был в состоянии аффекта. И таким образом он вот выразил свой протест. Я ничего не могу против этого сказать. Ни в коем случае никак мы не выступаем с поощрением правонарушений. Ни в коем случае нельзя нарушать законы в этих странах, где мы живем. Но и вот осуждать этого человека я тоже не буду. Я воздержусь от осуждения, так как я предполагаю, что в этот момент он, возможно, находился в состоянии аффекта и не совсем контролировал свои действия. Поэтому по поводу этого человека не могу осудить то, что он сделал. Но вот вам хочу сказать, то, что он сделал, это самое малое, да, что из того, чего вы заслуживаете на самом деле. Вы меня знаете, кто я, как меня зовут и как со мной связаться. Если вы хотите кому-то что-то доказать,
что там вы сделаете так, что после встречи с вами там кто-то не будет носить там штаны и так далее. Вам никого искать не надо, и никому с вами связываться не надо. Вы в любое время, вы знаете, как со мной связаться. Докажите мне, докажите, я готов ответить за то, что сделал этот человек, взять на себя вот эту ответственность, да, не перед законом Австрии, не перед ними, а перед вами. Вот то, что он сделал с вашим автомобилем, я готов на себя взять эту ответственность. Те претензии, которые у вас есть к нему, предъявите их мне. Никаких проблем. То, что вы себе там позволяете, вот эти вот разговоры, приехав с номером Ахмат, поехать с этим номером домой, потом приехать и рассекать здесь, на территории Европы. Просто люди здесь не могут нарушать законы, понимаете? Только лишь поэтому вы так спокойно передвигаетесь. Но если кто-то, у кого-то сдают нервы, и он переступает через этот закон, то не удивляйтесь. Поэтому то, что вас постигло с этой машиной, то, что вам ее там попортили, это самое малое из того, что вас могло бы постичь. Хорошо, что ничего более печального с вами не случилось. Так что будьте благодарны. Ну и, как я вам сказал, если у вас есть какие-то претензии по этому поводу, вы можете в любое время со мной связаться. Мы с удовольствием обсудим все ваши претензии, поговорим с вами, посмотрим, буду ли я после этого, как вы говорите, останусь ли я после этого мужчиной или нет. Так, еще одна тема, которую я хотел сегодня осветить, это коммуналка. Давайте посмотрим ролик. С 1 июня текущего года оплата услуг ЖКХ в целом по России вырастет на 4%. Но больше всего тарифы вырастут в Чеченской Республике на 6,5%. Самый низкий индекс у Ненецкого автономного округа – 2,4%. Разница связана с нуждами регионов, например, в ремонте коммунальной инфраструктуры. В этом году начнет действовать... Обычно такая информация, она подается, знаете, вот с чем, вот под что-то. Они о чем-то говорят, о чем вот, что волнует всех людей, да, какая-нибудь такая информация, вброс какой-нибудь. И так незаметно так подают информацию, что вот будет рост цен. Но на это надо обратить пристальное внимание. Это то, что сегодня на самом деле коснется каждого, кто живет в республике. На 6,5% подорожает с июня месяца коммунальные услуги. Они подорожают. Они у нас в республике и так очень дорогие. Я помню, что за свою квартиру трехкомнатную, ну, которую я снимал, я зимой платил порядка 5 тысяч, это вместе с отоплением, летом платил порядка 4, то есть где-то 1000 рублей бывала разница коммуналки летом и зимой. Это много, это очень много для людей, получающих зарплату в 10 тысяч, 15 тысяч, 20 даже тысяч. Это очень много, когда у тебя есть семья. Поэтому и представьте, сейчас эта сумма еще вырастет. На 6,5%. В среднем, говорит, по России она вырастет на 4, а у нас она вырастет на 6,5% в Чечне. В самом благополучном, якобы, да, регионе. В самом стабильном, самом процветающем, развивающемся и бла-бла-бла-бла. У нас на 6,5% вырастают коммунальные услуги. В том регионе, где и так из-за этих коммунальных услуг у нас постоянно угнетаются люди, у нас какие-то... Невероятные просто методы придумываются властью, чтобы людей заставить платить. Невероятные. Запрещают выплачивать заработную плату, пока человек не принесет справку о том, что у него нет задолженности по коммунальным услугам. Заставляют, приходят, отрезают газ, свет, там все что угодно, зимой, в любое время тебя могут отключить от газа. Хотя все, что там, отопление даже у тебя завязано на газу, это я сейчас говорю о частном секторе. То есть, несмотря на все это, сегодня самый острый вопрос у нас. Так нигде в России больше нет таких методов, чтобы таким образом у людей изымали эти деньги. И при этом у нас еще на 6,5% поднимется стоимость за эти коммунальные услуги. Я поздравляю нас всех с этим событием. Готовьтесь затягивать пояса в этом году.
ковыри.